В спортзале 20-й школы состоялось открытое первенство Северодвинска по стрельбе из лука. Соревнования прошли в двух дивизионах и собрали 70 стрелков из Архангельска и Северодвинска. Пообщался с бронзовыми призерами первенства России Максимом Каторгиным и Эвелиной Стрельниковой Константин Мухин. Стрельба из лука – олимпийский вид спорта, с каждым годом набирает обороты в нашем регионе. Только в городе Корабелов насчитываются 3 секции. 13 марта начал работу новый стрелковый зал в столице Поморья. Всего количество спортсменов превышает 150 человек. Общие усилия тренеров и стрелков принесли нашей области первую медаль первенства страны. На самом деле это очень серьезная победа в нашей Архангельской области, так как у нас это первая наша победа в таких вот серьезных соревнованиях. Но и очень-очень много зависело от опыта, зависело от навыков и тренировок. На домашнем первенстве ученица 6-й школы, мечтающая об олимпийской медали, осталась вне пьедестала. В классическом луке победу одержала Наталья Бухвалова, в блочном золото досталось Ксении Плюсниной. А вот напарник по бронзовому успеху Эвелины, Максим Каторгин, с большим преимуществом выиграл перестрелку в блочном луке. Было тяжело, были довольно-таки неблагоприятные погодные условия, да, был дождь, ветер. Ну, получилось, дотерпели до бронзовой медали. Волновался в этой перестрелке? Да, волнение было, даже довольно сильное, то есть тут уже за медаль. Перестреляли на 10 очков вроде бы, обстреляли. Как твоя партнерша по команде показала себя? Отлично. Подводя итоги городского первенства, отметим золотой успех архангелогородца Даниила Микурова в классическом луке. Сейчас наши лучшие спортсмены будут готовиться к двум важнейшим стартам. В конце июня в Раменском состоится первенство России, а в начале июля стрелки отправятся на чемпионат страны в Орел. Константин Мухин, Александр Дятлев, Вестник Северодвинска.